Амстердама с промо-вечеринки Eurovision Concert. Я беседую с Тео, представителем Беларуси на Евровидении. Доброе утро. Привет. Прошло 3 месяца после национального отбора. Что вот нового изменилось за эти 3 месяца? Как идет подготовка к конкурсу? Уже прошло 3 месяца. Боже, они пролетели как 3 дня. Много было интересного, много работы. Ну, начнем с того, что я переделал аранжировку на песню Cheesecake. Главная задача стояла не испортить, а улучшить. Как это правило бывает, можно увлечься и уйти в совершенно другую стилистику, но, как мне показалось, и в целом по отзывам, все-таки оценка положительная нового варианта аранжировки. Также, что касается подготовки, мы работаем с Алексом Панаи, он занимается вокалом со мной и с бэк-вокалистами, и, к слову, он же занимается вокалом с представителями от России, сестрами Толмачевым. Так случилось. Также режиссером-постановщиком выступит шведский режиссер Тина Матулеси. Вот буквально завтра мы из Амстердама вместе с ней вылетаем в Минск и приступаем уже к непосредственному репетиционному периоду. Много было встреч. Я встретился с многими белорусскими представителями прошлых лет, и Димой Колдуном, Русланом Олехно. Также встречался с Юлией Волковой, она приезжала в Минск, мы с ней беседовали, вот представительница группы Тату. У них такая поездка была довольно скандальная, мне хотелось выяснить много интересностей. Да, беседовал с Диной Гариповой, более того, в рамках промотура я посетил Москву и участвовал в ее сольном концерте, мы исполняли дуэт. Кстати, на мой взгляд, получился очень интересный дуэт, и в целом с Диной такие очень хорошие отношения. Но вообще, что касается промотора, в этом году решили так прям не посещать практически все страны участниц. Решили обойтись минимально. Ну, там по определенным соображениям, моим личным и в целом. Но главные мероприятия такие, как, например, вот Eurovision Concert в Амстердаме, планируется поездка в Москву. То есть обязательно мы непременно посещаем и будем посещать. К сожалению, не смог прийти на концерт Дины Гариповой, было занято. Очень хотелось посетить, но, к сожалению, не пришел. А как восприняли вообще песню в России? Как бы ты дал интервью местным СМИ российским. Вот. Как думаешь, какое количество баллов Россия даст тебе уже на конкурсе в Копенгагене? Ну, мне сложно предугадать, какие будут баллы от России, но в целом есть такая приятная тенденция, как только начинается выступление песни «Чизкейк», публика начинает всегда живиться, улыбаться и в такт, как говорится, аплодировать. Это очень приятно, это очень помогает. И мне почему-то все время легко работать конкретно с этой песней. Есть хороший диалог, хорошая связь со зрителем. Многого не приходится делать для того, чтобы вызвать правильные эмоции у зрителей. Я надеюсь, что также легко и непринужденно будет все происходить в самом конкурсе. Ты изменил состав участников на сцене. Как бы сайт ЕСИКАС каждый год освещает детское Евровидение. И очень жаль, что пропал как бы Кирилл Ермаков. Представь, пожалуйста, кто будет на сцене с тобой в Копенгагене. И как вообще, по каким критериям проходил отбор вот именно те, кто будет на сцене? Да, ну здесь это не мое личное решение. Это решение нашей творческой группы. И конкретно Тина Матулеси предложила, ну, в двух словах могу сказать, о концепции, что ребята, бэк-вокалисты и танцоры, те, кто будет находиться на сцене, должны создавать впечатление моих друзей, моей компании. Вот, кстати, что касается Кирилла, очень талантливый парень, и я об этом говорил, кстати, еще в интервью в Минске, но я думаю, что у него все впереди, все получится, он слишком еще молод, но очень талантлив, и здесь даже такие абсолютно простые, возможно, критерии сработали, там, рост, чтобы мы все-таки по фактории как-то более подходили. Сейчас на бэк-вокале у меня будет работать Денис Лис, который и был еще в минском отборе, Юрий Селезнев, Артем Ахпаш,
И еще два танцора, ребята, которые умеют делать такие трюки. Я им завидую. Выбраны ли уже костюмы для выступления в Копенгагене и кто их создает? Да, костюмы выбраны, но дело в том, что мы рассмотрим несколько вариантов. Мы делаем параллельно несколько вариантов в разных фирмах, и поэтому будем уже определяться, что же все-таки будет более выгодным для нашего номера впоследствии, когда уже будем иметь его, все модели костюмов. А как считаешь, что станет той фишкой, благодаря которой зрители Европы проголосуют за тебя? Ну, есть, например, некоторые моменты, о которых не хотелось бы говорить, пусть это останется пока еще хоть какое-то время каким-то секретом, но могу сказать, что, например, вот свою проходку в номере непременно я оставлю, и это будет один из элементов, скажем так, фишки номера. Но, естественно, мы придумали еще кое-что. Надеемся, это удивит и порадует европейскую публику. Была записана версия песни с ансамблем «Поваляки». Такие, как бы их окрестили уже бурановскими бабушками, как бы местными белорусскими. Прошел конкурс кавер-версий. И что из всего этого вот войдет в промо-диск? В промо-диск войдет, скорее всего, все-таки мой собственный кавер, который я делал. Потому что, ну, конкурс каверов, он назывался скорее условно, потому что все-таки многие композиции, которые были представлены на конкурсе, они были и на русском языке, то есть это уже не совсем кавер. Решили как-то расширить условия этого конкурса, чтобы привлечь больше, скажем так, аудитории музыкальной. Что касается промо-диска, все-таки, повторюсь, вряд ли войдут эти треки. Войдет несколько ремиксов, балладная версия «Cheesecake» и, опять же, еще один кавер, который я делал лично. Ну, а что касается, например, конкурса кавер-версий, то победитель, который уже определен, приедет на Евровидение поддержать меня в Копенгаген. Что касается записи песни с коллективом «Поваляки», ну, это не случайно эта запись возникла, потому что уже два года я занимаюсь проектом «Наперед минулое», где мы делаем новую аранжировку на аутентичные белорусские песни. И поэтому как-то за это время уже накопилось много знакомств с разными коллективами белорусскими. И вот поступило предложение, почему бы не поработать. Они с удовольствием согласились, написали сами текст в поддержку. Мне кажется, получилась интересная работа. Если я попрошу тебя спеть сейчас какую-нибудь отрывку с песни, сможешь? Наверное, как бы не оригинальную версию своей песни, а вот какую-нибудь другую версию. У тебя есть на другом языке, наверное, песни, да? Версия. Нет, в промо-диске Cheesecake будет звучать только в англоязычном варианте. То есть это просто стилистические будут моменты аранжировочные другие. Поэтому я могу запросто с удовольствием сейчас исполнить припев Cheesecake, но без аранжировочного сопровождения, но вряд ли будет читаться как что-то очень новое. Хотя... Да, попробуем. Не проблема. I don't wanna be a turby haps today. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I look over all the maps trying to escape, 'cause I'm tired of being your sweet cheesecake. Ну что ж, спасибо огромное. Желаю удачно выступить сегодня на сцене Eurovision концерт. Удачно подготовиться уже к Копенгагену. Увидимся уже там же. Спасибо. До встречи. Спасибо.